Да, друзья, всех приветствую. Сегодня 4 сентября. Случилось страшное. Вчера решил приехать на свое место в молодой ельничек, который стрелял в том году. Как раз сейчас эти видео я выкладываю на Дзене. Вот, и представляете, сейчас включаю камеру, и я забыл CD-карту, короче, вставить. Придется снимать на телефон. Первый раз у меня такая история. Я знал, что она когда-нибудь произойдет, что что-то произойдет с камерой. И мне придется снимать на телефон, что я очень не люблю. Вот этот день настал. Справимся и с этой ситуацией. Погнали, я думаю, будет интересно. Ну вот он, друзья, первый гриб. Поехал сюда без какой-либо информации. Просто знал то, что грибы сейчас должны быть везде. Вот, скоро поедем на свои любимые места. Но сейчас мы здесь. И вот такой вот гриб. Еще штатива нет у меня. Но вообще сегодня очень трудная съемка будет. Но, еще раз говорю, мы с вами справимся. Смотрите, какой подосиновичек многообещающий. Идем далее. Я думаю, будет интересно. Фу. Следом, ребят, вот такой вот желто-бурый влетает. Начало очень хорошее, ребят. О, какой, смотрите. Ну, не супер ли начало-то, а, у нас? Продолжаем. Так, ребят, смотрите, какая тут у нас история. Классическое появление желто-бурого подосиновика на кочечке, как они любят тут расти. Хотя, вы знаете, это не желто-бурый. Чувствуете? Супер. Все точно так же, как и в том году. Опять у меня сегодня такая спокойная погода, что не может не радовать. И вот здесь вот у нас встречается, смотрите, вот такой вот подберезовичек. И мы его, естественно, тоже берем. Еще не дошел до своих точек предыдущего года. Сейчас пойдем туда. Очень будет любопытно мне глянуть. Вспомнить визуально те места. Ну, тут сейчас тоже такая же посадка. Молодой ельничек. Везде тут похожие места. Видите? Ребят, смотрите, здесь кого встречаю. Па-бам! Это у нас альбинос, ребят. В том году нам тут тоже такие же попадались локальные грибки. Ну и вот сейчас, смотрите, вылетает. А, такой вот грибок. Вот такой тут лесок. Зеленый мох тоже есть. И вот ряды молодого ельничка. Такие посадки. Такое ощущение, что тут всегда растет только молодой гриб. Взрослого очень редко тут встретишь. Ну, а мы поехали далее. Ну, как и всегда, ребят, покрутился. И вон она, видите, белая точка. И это же он. Более интересный грибок. И размерчик, ах, самое то. Посмотрите. Ну вот уже вроде окончательно рассвело. Но в любом случае сейчас в ельник буду заходить. Будет еще темно, буду фонарик включать. Да, ребят, конечно, такие приключения с этим телефоном. Ладно бы штатив был, но без него... Мне стоп-кадр не снять. Мне всегда приходится телефон в руке держать. Пытался какую-то подставку организовать с помощью ножа, с помощью своей камеры, которая без симки. Вот, но не получается. Все равно не хватает высоты. Надо, чтобы он чуть выше как бы находился по отношению с грибом.
Фу, ладно, ничего страшного. В любом случае, фильм я для вас сварганю, вы не переживайте. Ну, вот уже начинаю подходить к своим точкам. И вот тут просека. И он кто, смотрите, выглядывает. Что это у нас, желтобурый же, наверное, да, на этот раз? О, какой. Что-то пока одиночки выскакивают у меня. Смотрите, друзья. Вот там вот я того сорвал. Только недавно я вам говорил по поводу всегда мелкого гриба. И тут смотрите, какая пушка влетает мне. Это, видимо, та же самая грибница. И вот тут смотрите, какой а-ля грандиозный, как я их называю. О, вот это уже размер выше среднего. Ну, ребята, смотрите, что здесь у нас происходит. Это уже наподобие раздачи. Видимо, та же самая грибница, продолжение. Вот он раз. Шикарные грибы, ребят, посмотрите. А вот этот еще круче. Посмотрите на них, ребят. Огонь. Еще один, ребят. Из этой же шикарной грибницы. Толстоногих желто-бурых подосиновиков. Сейчас покручусь еще здесь. Смотрите. Опа. Дальше прошел, ребят. Смотрю налево. Тут очередная красота. Средненький грибок. О, вот он. Вот они, ребят, лайфхаки сработали. Ну и как всегда, на помощь приходит всеми нами любимая изолента. Благо, она у меня постоянно в рюкзаке есть. Вот такую конструкцию сварганил. Палка легко втыкается в почву. Ну и телефон там можно зафиксировать. Так что теперь кадры будут интереснее. Вот подошел на свою первую точку. Вот в этот темный ельник. И фонарик, смотрите, как помогает. Хоп. И уже я его вижу. Вон он. Чтобы нам к нему пробраться тут с минимальными затратами. Ага. По сторонам смотрю, пока больше ничего не вижу. Стараешься все максимально плавно сделать, чтобы без трясучки было, как вы любите. В сторонке добираю, ребят. Вон он. Не козистенький немного, но есть. Так. Импровизированный штатив работает на ура. Вот тут какой грибок. Взросленький. Но берем. Смотрю, торчит что-то из-под зеленого мха. И вон, а их тут даже два, ребят, смотрите. Малышня, оп, оп. Но это еще не все. Посмотрел потом в сторонку, и вон еще один. О, ребят, там еще дальше. Значит, вот эти вот три. И вот там, смотрите, видите? Онлайном. Добрал.
Тут два. Там еще сейчас, когда я обходил, видел. Так что тут все как обычно. О. Вот тут тоже, видите? Мелюзга ползет. Еще один, смотрите, какой шикарный гриб. Еще один грибок, ребят. Пока с фонарем двигаемся. Удобнее. Ну, это уже последние секунды, наверное, работы с фонариком. Раз, ребят, неказистыш. Вот он. Поехали далее. Вот тут еще один такой же друг. Какие-то поеденные, видите. Здесь вот маленькие, там вообще микроскопические. О. И вот четвертый пока в поле зрения. Самый адекватный, видимо, из другой грибницы прискакал. Возможно, видите, какая у этого нога. Вышел я к такой канавке. Посмотрел на ту сторону. Смотрю, вон он, шарик. Рыжий торчит. А это он. Подумал, два, так, подожди, а это? Не, это что-то не то. Вот такой вот. Ну что, длинноногий очередной. Ой-ой-ой, ребят. Смотрите, оп. Какая вот красота. Смотрите, буквально в шаге от того. Раз. А вот смотрите еще из этой же грибницы. Красавчик, ребят. Ой-ой-ой-ой. О! Вот это гриб. Кстати, уже адекватыши просто. О, ребята, он там дальше еще один, смотрите. Он какой чуть дальше. Смотрите, тут какой выскакивает. И вот там дальше. На постоянной основе, ребят, попадаются грибы. Их тут достаточно. Как увидел этого, не знаю. Но вот как-то увидел. Достать бы больше теперь без потерь оттуда. Ой, как он засел-то жестко, ребят. Очень жестко сидит. Максимально жестко, я бы сказал, раскачать все. Вот он, красавец. Надо сказать, что грибы на каждом шагу, ребята, это ничего не сказать. Вот они, буквально сразу же попадается еще один. Я даже не могу до своих точек дойти. На каких-то новых кручусь, все где-то на одном пятаке.
Ну, смотрите, какой, ребят. Вот это гриб. Древесный, длинноногий закорючич. Посмотрите сейчас, что я вытащу отсюда, ребята. Это просто будет шок. О, весло тащу. Посмотрите на это чудо, ребят. Природы. Теннисная ракетка. Пау! Вот она, ребят. Самый красивый пока гриб на сегодня. О, это то, что нужно. Да, вот это в прямом смысле, ребят, трудовая тихая охота. Все из-за того, что у меня нет своего любимого прибора, своей любимой камеры. Палку воткни, телефон поправь, телефон подзаряди. С этими действиями Navionix включенный и постоянно видео работает, очень быстро разряжается. Вот, так бы я реально шел бы по вот этим линейкам. Один за одним бы гриб собирал, если бы не занимался съемкой. И собирал бы очень много. А тут, я не знаю, пока гриб найдешь, остановишься, все вот эту процедуру сделаешь, я думаю, где-то раза в три больше бы я точно собирал бы. 100%. Как минимум сегодня. Вышел на просеку на очередную. И вон он сразу же нарисовался. Стоит. Одиночечка, правда. Но есть. Вот. Но у меня пока он. В принципе, это уже достаточно. Это уже одиночка. Вот такой. Пока одиночки какие-то попадаются, но есть. Вот я сейчас проходил по вот этой вот дорожке туда, направо, развернулся и начал по лесу идти. И вот, что я миновал до этого, сейчас, соответственно, увидел. Смотрите, какая красота, ребята. Там еще один, смотрите. Их двое. Смотрите, какие. Этот, конечно, слева вообще огонь, гриб-бомба просто. Опять выскочил в эту ямку, ребят. И тут мне встречается гигантелла. Оп. Смотрю сразу же по сторонам, больше ничего не вижу, к сожалению. Гигантел, эх, обидно, что на тонкой ножке, но есть. Вон он какой, посмотрите. Прострелов мало, но на сушку возьмем, друзья. Смотрите, какой. Фу. Смотрите, а что тут дальше у нас выскакивает, ребят. Какая у него нога толстая. Вот он. Супер гриб. Там вот я сорвал, начал возвращаться назад. И вот они, ребят. Я буквально по ним прошел, но их не увидел. Очередной раз доказывается, что все мы пропускаем очень много грибов.
Вот он раз, ребят. Вот он два тоже. Не менее шикарный гриб. Идем далее. Вот он три. Вот он четыре. Все это я прошел, друзья. И вот он пять. А, этот все. Один лучше другого, ребят. Смотрите. Спрятался. Этот дуплет сорвал. Поворачиваю голову. Вон тут раз. Ребят. Вон три. Вон четыре. Тут мелкие его пропускаем. Вот это белый, что ли, первый. Вот он. Там вот еще один. Сейчас туда проползем, тоже возьмем. Какой, смотрите, здесь красиво. Бочонок. Пришел, ребят, на свою точку, и тут он сразу же у меня выскочил. Вот такой вот красавчик идеальный. Просто, ребят, посмотрите, какой шикарный это будет гриб. Точно за сегодня, если не лучший, шикарный просто. Друзья, точки работают, хотя сейчас он везде попадается, но приятно, когда на своих точках. Лайновый. Вон, ребят. Оп. Такие. Рядом желтобуры выскакивают. На любой вкус они здесь. Посмотрел сразу же он налево. Вон там его корешуля. Да, друзья, грибов собрать можно очень много. У меня вон уже больше полкорзинки. Сейчас побегу на свои последние две точки, ну и буду закругляться.
достаточно. Вот сейчас у меня намного больше, чем у меня обычно в мое любимое ведро помещается. Так что как-то так. На каждом шагу грибы попадаются, друзья. Вот она красота, ребят, где? Вот она! Толстопуз желтобурый. Посмотрите на это чудо. Это хит-парад самых интересных грибов 100%. О. Шедевр. Вон там у нас солнышко, друзья. Мы медленно, но верно двигаемся к завершению тихой охоты. И нам попадается вот такой вот красавчик. Оп. Смотрите. Дальше еще парочка ускакивает. Вот они. Этот гриб в буквальном смысле разорвало от его величия. О! Смотрите, какой прикол. Здесь, ребят, тоже смотрите. Шикарный. Тут смотрите, какая красота. Белоножка вылетает. О. Смотрите, какой белоножковый. Ну все, друзья, начинаю закругляться. Вот такой вот у меня шикарный улов. Можно было, конечно, корзину эту добить, но мне хватит. Еще сейчас чистить это ехать. Так что закругляемся на сегодня. Ну вот такая вот, ребят, интересная у меня разведка этого места получилась. Выкладывал старые видео на Дзен, соответственно, пересматривал. Вот, и думаю, нет, в этом году я не должен это место оставить без внимания. Приехал сюда, и вот такой вот шикарнейший результат. Всем огромное спасибо за все, за поддержку. Особенно благодарю тех зрителей, которые переходят на Дзен и поддерживают меня там. Будем дальше развиваться. Давайте скоро увидимся. До скорых встреч. Всем удачи и пока. Ну и, ребят, огромнейшая благодарность вот этой штуке, которая сделала этот фильм более красочным и четким. Так что, не знаю, даже с собой ее, наверное, заберу на память. Так что как-то так.